Простой чайник от Philips, который быстро кипятит воду. Сегодня знакомимся с электрическим чайником от голландского производителя Philips. Собирается он в Польше. В фирменной коробке лежат чайник, подставка и инструкция. Корпус белого цвета выполнен из долговечного пластика. Кнопка включения находится в верхней части ручки. Крышка открывается вручную, поднятием вверх. Также чайник можно наполнять через носик. Емкость прибора 1,5 литра. Подойдет семье или компании из 3-4 человек. Мощность чайника 2400 Вт обеспечивает быстрое кипячение. На корпусе есть мерная шкала с делениями 0,5, 0,75, 1, 1,25 и 1,5 литра. Шкала расположена с двух сторон, поэтому следить за уровнем воды будет удобно как правшам, так и левшам. Светового индикатора работы здесь нет. В модели предусмотрен съемный сеточный фильтр от накипи. Чайник вращается на подставке на 360 градусов. Длина электрошнура составляет 75 сантиметров. Для его хранения в подставке есть катушка. Можно регулировать длину на свое усмотрение. Прибор автоматически отключается при закипании. Если в чайнике нет воды или ее недостаточно, сработает автоматическая защита от перегрева и отключит питание. Чайник и подставку необходимо очищать влажной мягкой тканью и насухо вытирать. Для удаления накипи следует использовать специальные неабразивные средства для очистки кухонной техники. Гарантийный период на чайник составляет 24 месяца. Мощный электрический чайник Philips подойдет тем, кому важна быстрая работа прибора и безопасность использования.